Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Для сегодняшнего мастер-класса понадобится атласная лента шириной 2,5 см. Цвета подойдут абсолютно любые. Ленту нарезаем на отрезки размером 8 см и складываем лепесток, как показано в видео. Для одного изделия понадобится 16 таких лепестков. Теперь из картона вырезаем круг размером 30 мм и внутри рисуем еще один круг размером 14 мм. На первую заготовку клей наносим только с краю и приклеиваем, ориентируясь по внутреннему кругу. Оставшиеся лепестки приклеиваем примерно на половину предыдущего. Осталось приклеить последний лепесток, и он вклеивается под первый лепесток. Из двух отрезков ленты голубого и розового цвета сделаю флажок. Для этого ленту складываю, выравниваю и срезаю край. Понравившуюся картинку я нашла в интернете, сделала нужного размера и распечатала на фотобумаге глянцевой. Фотобумага достаточно плотная и на ней изображение яркое. Теперь картинку заламинирую, если так можно сказать, в домашних условиях при помощи скотча. Медальки готовы, и теперь их изображение более устойчиво к внешним повреждениям. А сами медальки я буду крепить на булавочку, которую пришью к фетру. Фетровый круг беру размером 4,5 см.
Теперь внутрь вклею картонную заготовку и на нее уже картинку с надписью «Выпускница». Медаль на выпускной бал в детском саду готова. Делается она очень просто, быстро. Для ее изготовления нужны самые обычные материалы. С ее изготовлением справится даже новичок. А с вами была Янина Воропаева. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать колокольчик. Всем пока-пока, до новых встреч!